дорогие мои друзья! Меня зовут Жанна, и я всех приветствую на своем канале. Мы с Жанной выехали в магазин. Сейчас она пошла за корзинкой. Один хлеб много, на два мало. Сюрприз! Это Жанчик. Девочки, угомоните вашу мать. Вашу мать. Угомоните Жанну, она опять хватает посуду. Хватает посуду. Она опять хватает посуду. Вот. Она не хватает, она просто берет то, что ей надо. Вот, смотрите. Очень такая тяжелая. Ну там, видишь, евро. Для чего? Это можно овощи запекать. Да, можно все, да, запекать. Да. Но, когда у тебя тесто получается много на один хлеб, а на два мало. А на два мало. Вот это самое то. Самое то. Правда? Берем, правда, девочки, берем. Берем, берем. Ну. А есть еще вот такая, смотри. Ой. Смотрите, какая лапка. Ну, что ты красную не берешь тогда? Нету красной большой. А, нету красной, да? А-а-а. Лапусечка. О, прямо это для вот-вот. Вообще. А это для запекания. Это вообще для запекания. Шикарная. Вот это, смотри, какая красота, Жанна. Жан, ты можешь вот такую возьми и два рулетика сделала, и будет у тебя два хлебушка. У меня столько теста никогда не бывает. А, не бывает? Ну, просто смотри. Вот, видишь, только ей только напомни, она говорит, я и такую возьму. Вот, это мне тоже нравится. Классно. Ты точно? Ты я, это ты не уверена? Точно. Нет, я не уверена. Но ей хочется. Жанна переживает, говорит, смотри, чтобы мы ничего не пропустили. Чтоб ни одну мелочь не пропустили. Вот, вот такие тебе не надо. Вот ложечки бы я взяла. Ну-ка, покажи-ка ложечки. Ложечки легкие, можно в чемодан запихнуть. Почему только две штуки? А размер какой у них? А это знаешь для чего? Для чего? Это вот когда ты что-то делаешь, вот, допустим. А, ну мерные, правильно, порционные. Да. Я тебе скажу, сколько в них миллилитров. Хорошие. Что, нитки? Ой, ты думаешь, я вяжу? Я не знаю, я никогда не покупаю такие нитки. А ну-ка. Ну, приятные. Здесь такой смешанный магазин, что здесь вот все как-то есть. Все в перемешку. Вот шарики воздушные и праздничные тоже. Бокалы, дринк-дринк. Ну, правильно, к празднику Жанчик там с кем-то общается по телефону. Так, здесь вот такие на всякие празднования. Прям, Жан, я здесь! Она меня не видит. Вроде в упор смотрит на меня. Пошла меня искать. Жан, я здесь. Я здесь. Так. Софочки. Что ты радуешься? Я не поняла. На нее. Жанна взяла для своей собачечки вкусняшку. Здесь такие печенюшки вкусненькие. Вкусненькие. Вот. Куда ты ушла? Я здесь. Что смотришь? А, это я тебе не звонит? Не нет? Я хочу вот это. Девочка. А, собачьи игрушки? Вот. Ну, животные игрушки. Посмотри. Это же для собачек вот я это все. Вот, видишь? Да. Посмотри. Что только они придумали для себя. Ой! Ой, аби такие. А это для кошек. А, да? Это для кошечки? Кошек. А мы где-то что делаешь? Тузи пищит. Ой, какие холёси. Я бы сама в такие поиграла. А это смотри, как трещит. Боже, вот это что, их завлекает, привлекает? Да, она любит, как он начинает пищать. А это, а это? А это, смотри. Ай, не могу. У нас все есть. Здравствуйте, КПСС. Ну да, я вот это увидела и потом поняла, что это зверячие игрушки. Ты довольна, да? Угу. Вообще. А, вот это тоже, смотри. Слушай, прям целый стенд. Тютюсик. Целый стенд, посмотри. Развлекалка. А что тебе нужно? Покажи.
Да крышки, вот они же сгрызли все свои крышки, паразиты. Ну ты посмотри, да? Полотенце. Банные полотенца для собак. Все для них, дорогих, да? Су. Не, не хочу. Нет, не хочу. Так, ну все, пошли в другой. Пошли в другой. Пошли в другой магазин. Кофа, кофа. А у вас нету кофа Кимба? Видишь? Нету у нас кофа. Здесь. Здесь нету, в другом, наверное, есть. Ну да, у вас многого чего нету. Много. А вот это обычные игрушки. Да, детки уже играются, видишь? Хорошие. Какие холёсие детки, ребятки. Жанна блатуется своей новой стрижкой. Да. Да. Я говорю, пока я здесь, буду тебе укладывать. Да. Будешь красивая ходить. А то она хочет, чтобы она встала, труханула и пошла. Да, я так хочу. Да, я тоже так хочу. А не бывает. Так, все, мы выходим. Пойдем сейчас в другой магазинчик. Да не надо нам ничего, полный дом у тебя всего. Что тебе еще надо? Стоим в очереди, да? Это что, свечки? Что это? Это свечки, да. А. Ага. Вот так. Да. Мы здесь же рядом, в другом магазине просто. Такой магазин. Старой посуды. Магазин старой посуды. Антиквар. В простонародье секонд-хенд. Ну да, в простонародье секонд-хенд. Красивые сервизы. Я ей сказала, я говорю, отведи меня в такой магазин. Хочу здесь погулять. Сейчас посмотрим, что здесь есть интересного. Ну, меня больше интересует, конечно, вот такая посуда. Посмотреть, что продают в Ирландии. Красивая. Очень красивая. Ой, какая красота. Ну, тоже интересная, 15 евро стоит, вазочка такая. А эти даже упаковочки, видимо, их трогать нельзя. Что-то там Жанна нашла, старинные книги какие-то. Посмотри, это жизнь Христа. Да, ну у нас, видишь, как у меня какого состояние. Она года? Я вот пытаюсь понять, нигде не написано, какого года. Сейчас сзади посмотрю. Впереди обычно пишут вот тут. Посмотри. История реформации. Иллюстрированная книга, посмотри, какая классная. Она, нет, она не, ну, не иллюстрирована. Где-то есть, наверное, написано. Нет, не иллюстрирована. Тоже не вижу, какого года. Бусинки, мусинки. Это в лучшем состоянии, хотя она тоже уже. Всякие мелочи. Ну вот у нас тоже бывают такие всякие мелочи на нашем рынке, да. Когда, ой, какая тяжелая. Жан, вот это такая тяжелая. 5 евро. Ирак Вайт, да его. Жан, нет, Ирак все это знает. 5 евро. А нет, это не комплект. Все по 5. Нет, это не комплект. Этот раздувается. 20 евро. Подсвечник. Огонь.
Старенький тоже. Ну да. Фукалка, фукалка. Ой, весы какие красивые, смотри. Старинные весы. Старинные весы. Так, пойдем дальше. Здесь мне ничего пока не улыбается. Так, игрушки различные. Игрушки. Игрушечки. Туфельки. Обувной отдел не хочешь посмотреть? Обувной отдел. А это под итальянское, да. Может, итальянское даже. О, какая библиотека здесь, Жан, смотри. Вся библиотека. Пойдем посмотрим посудка. Тарелочки, стаканчики, да? Ага. Ну, цвет у него уж больно старенький. Очень старенький. Цвет уж больно старенький. Ага. Ведерочко такое. Вот симпатичная, Жан, смотри. Где-то я вот это уже видела. Красивая штучка. Ну, прям что-то особого, конечно. Особого выбора нету даже. Ну, мало как-то всего чего-то, да? Мало. Особого выбора нету. Это вот креманницы, что ли, Жан? Она уже отошла. Особого выбора. Ой, для кукурузки, наверное. Рисунок кукурузки у них. Second hand. 2 евро стаканчик. Second hand. Старое барахло. Оно само упало. Кувшинчик же старый тоже. Старинный кувшинчик такой. Да. Жан. Жанчик, вот это красиво для этих. Для цветов. Очень красиво. Да, вот сюда цветочки. Красиво. 6 евро. Да, куда мне? Хороший, Жан. Цветочки, букет цветочек. Мадасамахал, вот именно. Слушай, мы как эти плюшкины. Заварной. Ой, а курочка-то какая? Курочка. Курочка-рябушка. Ну, ничего. Так, я б не сказала, что что-то такое прям аховское. Ну, там столик вот этот старенький тоже. Поближе покажу. Наверное, вот это самая красивая посуда из всего магазина. Они, знаешь, как делают? Которую ее убрали, да. на прилавок, да. на витрину. Они ее ставят на витрину, да. По-моему, раз в 2 недели, если я не ошибаюсь. Привлечь внимание, да? Да, раз продают раз в 2 недели. Потом они ее выставят. Вот кто хочет купить, им говорят дату, да. Когда они будут на продаже. И тогда можно пойти. Ничего себе, купить. Даже так нельзя. Вот так если вот мне нравится, нет, я ее не могу купить. Нет, только через 2 недели, там, господи, ой, по датам как-то. Ну да. Ну ничего. Хоть витрину сниму красивую. Это что за кружки такие-то? Кофейные? Нет, вот это огромные. Пивные, да? Да. Ну вот подсвечники, видишь, они старинные. Да, прям видно, что они старинные. Вот та вся разукрашенная цветная посуда. Это местная, это ирландская, да, глина. Да, да. Вот у меня такая ваза, помнишь, тоже похожая есть. Это мне, ну, то, что как-то старинное, его прям видно сразу. Вот эта работа какая, посмотри, чайника. Да. Необычно. Где я могу еще встретить русский язык? Как не в Ирландии. В Ирландии, конечно, да. Вот этот колпак, ты сказала, для сыра, да? Для сыра, да, это тарелка для сыра, вот она мне очень нравится.
Хотя у меня есть для сыра уже. У тебя красивая, что, да. У тебя красивая. И красивая. Тебе не надо. Но все равно, если все, пошли. Она может даже, это нужно смотреть. А вот это нам не нужно, селедку или что-нибудь мы не хотим? Нет. Не хотим. Смотри, так, теперь мы зашли в польский магазин. Ой, зефирки. Да. Шоколада. Хочу зефир. Без шоколада. Малиновый. Какой хочешь? Будет, наверное, сильно приторный, нет? Малиновый. А я не знаю, ты делала какую-нибудь? Вот я шоколадную люблю. Ну, бери тогда, что любишь. Я люблю, знаешь, у них есть шоколадный с абрикосом. Бывает. А, но... бывает, да. Сейчас, почему, наверное, тоже возьмем? С чаем пойдет. С чаем. Ой, Жанна. Кофе, кофе. Сгущенка. Сгущенка. У него качурик все на полу валяется. Они прибираются, да. Так, что тут? Сода. Ой, все-таки приятно смотреть наши названия. Ой, стоп, читай. Что-то соду же не хотела. Сода? А вот здесь есть. Что? Нет, здесь я просто вот сдалека загляну. Магазин. Финики. Семечки. Семечки, семечки. Все здесь тоже есть. Все, как и у нас. У нас все есть. Ой, хлебушек, хлебушек, хлебушек. Бородинский, Бородино. Бородинский хлебушек. Ой, Жанна такой хлеб испекла. Тоже бородинский. Просто объедение. Очень вкусный. Это что за хлебушек? Со злаками. Вот типа такого. Черный-черный. Ну прям вкус у него. Ой. Булочки с помадкой. Булочки с помадкой. И звездочка наша стоит. На фоне красоты. Мы гуляем. Гуляем, гуляем. Ну, здесь будет шумно от воды. Ну, ничего, все равно хорошо. Сегодня дождя-то уже нет. Все прекрасно. Смотри, как каштаны красиво. Да. Вот. Каштаны цветут. Куда впадает залив? Ну да, отсюда не видать. Собор, вон где мы были, да, вон там. Сейчас пойдем. Ручки помоем. Ветки. Так, мы зашли перекусить. И вот первое, что мне принесли. Вот такой рыбный супчик. Ну, я его пюре бы назвала. Суп-пюре. Запах, конечно, у него рыбный-рыбный. Сейчас буду пробовать. Так, ну а сейчас мне принесли с Жанной вот такую рыбку с картошечкой. Здесь, значит, они к рыбе подают гороховое пюре, да? Гороховое пюре. Вот это... Соус тартар. Соус тартар. Беленькая это картошечка. Ой, красненькая, вернее. Кетчуп это, да, наверное? Да, это кетчуп. Кетчуп для картошки. Да. И уксус, да. Они почему-то картошку едят с уксусом, да, многие, поэтому да. Так что все, кто за столом, приятного аппетита. Ну и нам тоже приятного аппетита. Ну я так аккуратно.
аккуратно за твоей спиной. Надо посмотреть, 75 чайная. Ну, красивая, конечно. Вот это нижний. Цанло. А потом это Хашана. Хашана названа там. Какие-то тусики какие. Это чашки тоже. Это антиквар, правда, да. Да. Серьезный. Серьезный антиквариат. Красивый. Спасибо. Тоже симпатичный вышел этот десертный какой-то набор, да? 45-й. Да. Смотри, здесь три чашечки. А нет, четыре. Антиквариат. Три чашки, две травы. Ну так, знаешь, вот это. А вот еще наверху шанчик. Красиво. Очень красиво. И не даже очень. Жан, тебе не холодно? Нет. И дождик хочет, и капает, и подкапывает. Капнет и не капнет. Капнет и не капнет, да. Прям хочется ему так. Ой, сколько людей. Вот это пешеходная улица. Да. Это центральная. Типа проспект, да? Центральная улица. Помнишь, мы с тобой здесь гуляли, да, да, мы не дошли до конца. Нам к машине в какую сторону? А мы сейчас вот так вот вокруг? Да, вокруг пройдем и как раз туда будем. О, капает опять. Проходим по знакомым улицам, да, где я уже гуляла. Ой, какие цветы красивые здесь. Красивые. А? Да, я знаю, да. Ну, красиво очень оформлено, посмотри. Овечки. Да, шикарные. Тоже непонятно одеты люди. Непонятно, говорю, люди. Один идет в пуховике, другой пойдем. Да, да, идем. А, у нас тоже такой есть спар. У нас тоже такой есть, по-моему, магазин. Да. Вот. Так, мы приехали в клинику Жанны. В клинику Жанны. Где Жанна работает. Да, забрать ее сына младшенького. С работы. Вот они. Еще. Вот они сейчас отъедут. Мы здесь можем поставить, да? Да, да, а, очень хорошо. Нет. Да. Поедем домой. И наш день на этом завершен. Целый день. Гуляемся туда-сюда. Гуляемся.